Скажите, пожалуйста, почему ваша сотрудница не сказала мне, я ее предупредила, что у меня была операция по всему телу? Почему я ее четко попросила зарегистрировать, снимаем в авиакомпании «Победа» в Пулково? Я четко сказала в 22:10. Почему она мне на регистрации не сказала, нет, девушка, не в 22:10, а в 23:35? На стойке сидит не сотрудница авиакомпании. Нет, сотрудники аэропорта. Они регистрируют все авиакомпании. Мы сейчас сидят на «Победе», потом перейдут на аэропорт. Потом... Я не могу себе позволить носиться сейчас по этажам. Я могу вам справку показать, могу раздеться, бинты показать. Могли бы ли вы пойти мне на помощь и что-то для меня сделать? Ну вот мы чем можем помочь?